Доброе субботнее утро, только оно вообще не доброе. Сегодня суббота, 13 января, и ровно в 7:30 начали гасить по нашему городу. Очень много было прилетов, слава богу, мы живы, у нас все хорошо. Окна, я надеюсь, хоть окна целые. Было больше 10, по-моему. Короче, очень много прилетов было. Сказать даже нечего. На работу сейчас идти надо будет, собираться. Я вообще... У меня шоковое состояние. Когда ты не знаешь, за что хвататься. Одно дело, когда один раз глухают, а потом другое дело, когда это несколько раз подряд, и ты это не контролируешь. Ты не знаешь, что делать. Фух, у меня паника внутри до сих пор. Фух. Вот так вот. Вот такие у нас будни приятные. Берегите себя, сидите между двух стен, когда бомбят, потому что у нас укрытий нет. Негде сидеть. Но есть в соседних домах, но там такие укрытия, что если привалит в укрытие, это будет еще хуже. Надо поскорее это все забыть, потому что как-то... Я уже успела сходить на работу. Немножко поработать, иду сейчас на обед. Но такое чувство неприятное после прилета. Прилетов. Уже все новости написали про нас везде. И опять у нас тревога началась. Опять какой-то мих взлетел. Какая-то, короче, та же ерунда, с которой нас атаковали сегодня. Нет. Сейчас пытаюсь лезть домой, доскользить. Очень скользко в моих новых бутсах. Я пошкрябала себе подошву, чтобы было не скользко, но это не помогло. Надо будет искать какой-то лайфхак, чтобы уменьшить их скользоту. Но у нас сегодня опять минус 15. Но солнечно, красиво. Красивый день. Еле ползу. Снегу вообще идти невозможно, очень скользко. Привет всем, девочки и мальчики. У нас сегодня воскресенье, вот столько времени. Включила свою подсветочку. Сегодня была в Еве, в Авроре. И кое-что купила. Сейчас вам покажу. Начну, наверное, с Авроры. Что я там купила? Начнем с Авроры. Было там немножко вещей, которые я взяла. Первое — это вот такой органайзер. Он мне на самом деле нужен для заднего фона, когда я снимаю видео. Потом покажу. Ну, в принципе, в видео увидите, как я хочу это использовать. Сюда же вдобавок купила вот такой цветок. Вообще задумалась все, чтобы стояло на фоне вот так. Вот. Там посмотрим, как будет. И в Авроре еще купила, кроме еды там какой-то еще, купила вот такой фреш слайм. Такой. Это типа антистресса. Тоже можно ставить на задний фон, будет красиво. Мне как раз нужно было что-то фиолетовое. И в принципе я хотела себе этот самый слайм, потому что, ну, короче, как антистресс работает. А я свой предыдущий антистресс просто убила. Такой он классный. Пахнет черникой какой-то и звездочкой. Не очень вкусно, но сам эффект крутецкий вообще. Класс. Так лучше. Первое. Ватные диски вот такие. Просто были на скидке. Взяла. Купила наконец-то себе нормальную мочалку. Именно со шкребком. И вот так эта форма очень нравится. Но я такие брала в Авроре, мне вообще они не зашли. У меня на самом деле тут огромный пакет еще всего. Купила свои любимые патчи зеленые. По скидке были, обожаю, только ими пользуюсь. Гель для интимной гигиены вот такой. Тоже классный, большой и бюджетный. Новый ополаскиватель взяла.
Попробую. По рекомендации с ТикТок взяла мицеллярку снова. У меня уже проходят прыщи. И как раз можно пользоваться чем-то таким очищающим. А также не сдержала, взяла вот такой скраб для тела. Клевый. И взяла мою любовь. Это вот такое вот масло блеск для губ от Ламель. Ну, фокус. От Ламель. И у меня уже это масло было, я его использовала до конца. Оно классно увеличивает губы, увлажняет просто супер, особенно на лето, когда есть солнышко. Я на работе распечатала себе вот такую красивую картиночку к вот этому фиолетовому букетику, который мне подружка подарила. И это будет на заднем фоне у меня стоять, когда я буду видео снимать. Но там еще разных картинок наскачивала. Надо будет их подрезать, чтобы они подходили под рамочку. А еще у меня отпало. Вот тут мой свет отпал. Но я вот думаю, оно мне висело по бокам. Я думаю повесить вот так и вот так, типа вниз. Так что тоже надо будет этим заняться. Привет всем. А еще я такая домашняя, короче, не обращаю внимания. А еще у меня появилось огромное желание почитать что-то. У меня тут есть, конечно, книжечки, которые я уже читала, которые не дочитала. И я думаю взять и что-то почитать еще. Из этого что-то как-то прям настроение себе чайку заварила вкусного, каких-то вкусняшек купила. И хочу вот как-то уютно проводить вечера. И после предыдущего прилетов в наш город, я решила опять собрать тревожный чемоданчик, в который я положу все необходимое. Это документы, деньги, какую-то минимальную косметику, еду. И, ну, в общем, минимальный набор всего необходимого, потому что я так себя буду чувствовать уверенно. Раньше сбор чемоданчика меня очень расстраивал и напрягал, но после последнего раза я поняла, что это упростит мне задачу, потому что я нервничала и в последний момент вспомнила про основные вещи, которые мне надо взять. Вот. Ну, не хочу это делать сейчас. Я надеюсь, не будет у нас прилетов сегодня и завтра. И это сделаю завтра на свежую голову, сложу все, что надо. Сейчас у меня план попить чай, расслабиться. И хочу сделать список того, что я хочу сделать. Потому что у меня отпуск с завтрашнего дня на неделю начинается. Еще мне завтра нужно идти на электроэпиляцию, на первый сеанс. Тоже очень интересно, запишу вам видосик. И надо монтировать вложик. Их очень много накопилось. Нужно снимать видео. Ну, короче, я хочу эту неделю присвятить себе, своим хобби, подбиванию планов и войти в режим сна, в режим физических нагрузок. В общем, вот так. Я настроена, поэтому мне все получится. Настроение сейчас какое-то такое не очень смутное, но я думаю, все будет хорошо. Так что включусь уже завтра, когда пойду на процедуру, покажу, расскажу вам. Оставайтесь со мной.